Официально уволили с должности поста лишился Виорел Марарь, возглавлявший прокуратуру по борьбе с коррупцией. Срок его полномочий истек в апреле 2021 года, а до этого его на какое-то время отстраняли от исполнения обязанностей. С апреля у Марарья была возможность выбрать другую должность, предложенную в структурах прокуратуры, но, как отметили в ведомстве, этого не произошло. Сам он заявил нашему телеканалу, что своими действиями генпрокурор Александр Стоиногла демонстрирует непрофессионализм. Служебные отношения прекращаются на неопределенный срок до урегулирования по существу уголовного дела или иных обвинений. Я считаю поведение генпрокурора поведением отчаявшегося человека, погрязшего в непрофессионализме и незаконных действиях. То, что говорит генпрокуратура, неверно, потому что они не могли предложить мне выбрать другую должность, учитывая, что я отстранен. Марарья отстранили от должности главы прокуратуры по борьбе с коррупцией в январе 2020 года. 19 января его задержали на 72 часа, а на следующий же день для него потребовали предварительного ареста на 30 суток. Однако ходатайство отклонили за недостаточностью улик для предъявления ему обвинения. Виорела Марарья подозревают по четырем эпизодам: подделке документов, незаконном задержании человека, превышении полномочий и привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного.